Современный период комиксов и как всех спасли первые Люди Икс. В мире развлечений развивается все. Начинает появляться все больше дорогих проектов, все больше игр, все больше крупнобюджетных блокбастеров. Но так было не всегда. Чего стоит Бэтмен и Робин с бэтсосками? Комиксам тоже приходится тяжело. Но современность спасло кино. Если быть точнее, фильм про Людей Икс. Это был фильм про мутантов, людей будущего, вышедший в 2000 году, в начале нового тысячелетия. И его кассовый успех потянул за собой и интерес к супергеройским комиксам, что помогло развиться и самим комиксам. Новые лица вроде Джеффа Джонса, Брайана Бейнса и Джея Майкла Стражински смогли придать супергероике новый взгляд и воспитать уже свое поколение фанатов. Впервые за очень долгое время начинают появляться новые персонажи, которые обретают своих поклонников и свои экранизации, вроде Майлза Моралеза, Гвен Паук и Мисс Марвел. Развиваются электронные комиксы, в индустрии появляется все больше новых лиц и появляется все больше новых серий. Таким выдалась современность. Период, который еще не закончился и не факт, что закончится. Период модерна.